Здравствуй, Олечка, здравствуй, страна. Добро пожаловать в самую уютную рубрику на телеканале Шоп-н-Шоу. Рубрику «Дом», с которой сегодня вы приобретете крепкий и здоровый сон, уютный интерьер. И, внимание, если вы искали необычный подарок, вы его сегодня найдете. Оставайтесь с нами, и вы поймете, что я имела в виду. Итак, дорогие наши, вот я сейчас вот прикасаюсь к нашему комплекту, который мы вам сегодня предлагаем по специальному предложению. Я же не только ведущая, я еще и мама двоих детей. Я внимательно подхожу к подбору своего постельного белья, своих комплектаций. Посмотрите, я вот ручкой прикасаюсь, сразу тепло испытываю. Юля, рассказывай, пожалуйста, почему оно такое легкое и теплое? Потому что комплект для сна, овечья шерсть сегодня. Наше спецпредложение с наполнителем из натуральной овечьей шерсти, который считается, Оля, одним из самых теплых наполнителей. Вы хотите себе теплую и уютную постель в холодный сезон? Хотите, наверняка. Тогда выбирайте комплект для сна овечьей шерсти. Юль, какие у нас есть комплекты? 6 вариантов комплектации, причем самых популярных. Мы собрали то, чем пользуются обычные и чем пользоваться удобнее в спальне. У нас подушки есть в каждом комплекте. Разные, выбирайте свои. 50 на 70 и 70 на 72 размера. И одеяло тоже в трех размерах. Полутораспальные, двухспальные и евро. Комплектуйте свою уютную постель. 6 вариантов комплектации. Итак, посмотри, Юля, только на нашем телеканале возможность есть приобретение целого комплекта для вашего здорового и идеального сна. Ну что ж, начнем знакомиться. Юлечка, ты уже сказала, что это овечья шерсть. Я бы хотела, чтобы мы вот сейчас с тобой наше покрывало вот так вот распрямили, потрогали, какое оно легкое, воздушное. Вот у меня сразу вопрос. Юль, ну легкое, это понятно. А насколько оно теплое-то? Да, кстати, одеяло неспроста легкое. Я вам как эксперт советую выбирать именно легкие одеяла. И неспроста именно оно сегодня в нашем предложении. Потому что, Оля, считается, что под тяжелыми одеялами накапливается утомляемость. Мы же не хотим утомляться, мы в нашей спальне хотим расслабляться. Ну а что ж касается тепла, так, Оля, ты можешь укутаться и наслаждаться. А я покажу нашим телезрителям, где оно содержится, тепло. Специально мы предлагаем вам посмотреть образец. И этот наполнитель, это то, что находится внутри нашего одеяла. Натуральная овечья шерсть, причем, обратите внимание, она без клея, она термоскрепленная, ноль химии. Хотите себе гигиенически чистую, уютную спальню? Тогда комплект для сна овечьей шерсть для вас я вам рекомендую. Самый теплый наполнитель, термобаланс, прекрасный у него. Даже если дома у вас будет огромное количество приборов, как сейчас у нас, у меня вот, например, обогреватель, пожалуйста, вы никогда не будете использовать жаркого эффекта под этим одеялом, то есть вы не будете перегреваться, но при этом мягкое и сухое тепло. К сезону то, что нужно. Сезон простуд, правда же? Овечья шерсть и полечит. Тепленького молочка и одеялка овечьей шерсти. И все, если горло болит, пройдет к утру. Итак, дорогие мои, а вы на каких подушках, под каким одеялом вы спите? Мы предлагаем вам прекрасную вариацию. Это овечья шерсть, которая входит в состав нашего комплекта. Юля, расскажи еще раз, пожалуйста, про нашу овечью шерсть. Ну что ж, овечья шерсть, конечно же, даже из детства мы помним из овечьей шерсти и свитера, и одеяла. Но сегодня они усовершенствованы. Дарят невероятное тепло. Хорошо воздействует на организм еще. И, Олечка, да, под овечьей шерсть не просто согреетесь под таким одеялом, оно еще и благоприятно воздействует на организм человека. Дорогие наши, вот какими одеялами вы спите? Какие подушки у вашей спальни? Небось, вот одну сдачу привезли, да? Вторая от мамы досталась. Одеяло? Ну, одеяло тоже, наверное, сдача перекочевала к вам в спальню. Дорогие мои, сегодня есть уникальная возможность приобрести целый комплект под названием «Здоровый сон», потому что это овечка. Овечья шерсть, именно так называется наш комплект. Мы для вас подобрали 6 различных комплектаций. Выбирайте, звоните, заказывайте. Олечка, тебе тепло? Ты знаешь, я считала, кстати, с 10 секунды разливается по телу сухое тепло. И... Да, действительно, посмотри, у нас 6 комплектаций есть. У меня сразу вопрос, Юль. Ну, я всегда слышала, что овечья шерсть, да, она лечит. Ага. Вот наша овечка, которая находится внутри нашего одеяла, внутри наших подушек, она как воздействует на здоровье нашего организма? Вот, Оль, действительно, овечья шерсть и народная медицина ее советует. И вообще покупатели, да, и люди, которые пользуются, спят под овечьими одеялами, говорят, что благотворно влияет овечья шерсть на наш организм. Каким образом? Благотворно влияет на кожу, прекрасно снимает напряжение с мышц, лечит
лечат радикулитные, вот это все, что связано с болезнями костей. Потому что известный факт, сухое тепло, оно хорошо расслабляет организм. И поэтому действительно присутствует тот самый лечебный эффект, о котором ты сказала. Слушай, я тоже хочу задать тебе вопрос. Все-таки у меня, знаешь, вот овечья шерсть ассоциируется, ну, с бабушкой, с мамой, у которой периодически радикулит. А для детей вот подходит? Ты знаешь, я посоветую детишкам, пожалуйста, в детскую с удовольствием стелите овечью шерсть, одеяло с такими наполнителями, одни из самых лучших. Я вам объясню, почему. Гипоаллергенный наполнитель, вы не думайте, что натуральный, значит, что-то заведется. Здесь шерсть прочесанная, обработанная, химии никакой. Клеем не склеивают волокна, то есть абсолютно ноль химии. Гигиена спальни, поэтому детишкам я советую, конечно же, согреются, будут хорошо развиваться. Горлышко простыли, ножки простудили, бегали, гуляли. Накрыли детей, они у вас за ночь полечатся, в школу здоровой пойдут. Ну, Юля, следующий вопрос. Вот насколько практичное наше одеяло? Знаешь, вот столько сейчас много одеял предлагают на рынке, в магазинах, но все-таки некачественное все это. Оль, ну ты как рачительная хозяйка, главному вопросу, один из главных вопросов и резонный. Действительно, одеяла разные бывают, действительно разные. Наше одеяло много игольной стежки. Что это дает? Это очень здорово. Очень хорошо текстурированной ниткой простегано, достаточно частые стежочки здесь. И поэтому одеяло внутри, наполнитель внутри не гуляет. То есть всегда оно пышное, всегда в своей форме. Ты знаешь, я еще не успела приобрести, а мама уже у меня заказала это одеяло. Да. И что говорит? Говорит то, что внутри пододеяльника тоже оно не сбивается. Это очень здорово. То есть комка не происходит внутри. За счет стежки, видимо, оно очень ровно располагается. И давайте посмотрим качество шитья. Немножко тоже на нем хочу заострить внимание. Посмотрите, кант идет по всей площади. И стежка тоже по всей площади нашего одеяла. Надежное одеяло, износостойкое и долговечное. Прослужит вам долго. А это специальное предложение только сегодняшнего дня. Вы думаете, что одеяло не может быть совершенным? Может. Овечка нас лечит, она нас согревает, одеяло невероятно легкое, и вы думаете, что цена только сегодня действует только за одеяло из натуральной овечьей шерсти? Нет! Юлечка, все-таки это у нас сегодня комплект, который мы предлагаем для вас. У нас 6 вариаций для вас. Одеяло легкое, воздушное и подушка. Дорогие мои, звоните, заказывайте. Звонки абсолютно бесплатные. А если вы никогда не делали покупок с телеканалом Shop & Show, начните с нами знакомство со специального предложения только сегодняшнего дня. Кстати, наше специальное предложение будет действовать только до 12 ночи. Звоните, знакомьтесь с телеканалом Shop & Show и накапливайте свои бонусы на золотую карту. Смотри, про одеяло мы уже познакомились. Но так как у нас в комплектацию входит все-таки не только одеяло, но еще и подушки, у меня сразу вопрос. Овечка в одеяле, понятно, лечит. А зачем так в подушках она нужна? Здесь замечательный наполнитель внутри, не только овечья шерсть. Я вам сейчас расскажу, как устроены наши подушки и что это дает для здоровья, для вашего крепкого сна. Внутри наполнитель из овечьей шерсти, его здесь 50%, Оль. Ага. И 50% аналога лебяжьего пуха. Я вам даже его сейчас покажу. Именно он как раз-таки дает ту самую упругость. Даунфилл наполнитель, который хорошо держит упругость подушки, дает такую амортизацию. Ей прекрасно высыпаетесь, потому что это очень важно именно для вот нашего шейного отдела позвоночника. Да? Мы должны не просто уют и такое и тепло испытывать, да, от постели, а еще чтобы было удобно, чтобы мы спали. То есть подушки двухобъемные, 50% вот такого упругого наполнителя и 50% овечьей шерсти. Юлечка, на секунду нужно прерваться, да, у нас звонок, как приятно все-таки, да? Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Очень приятно. Вы откуда нам дозвонились? Очень рады. А, мы из Московской области. Очень приятно. Здорово. Вопрос есть какой-то? Да, вопрос есть. Я слышала, что овечья шерсть широко применяется в народной медицине. Да, действительно. Это правда? Расскажите нам более подробно. Да, это действительно так. Угу. Да, действительно. Да, я знаю только то, что... Овечья шерсть действительно применяется... Знаешь, просто оно очень теплое одеяло из всех, поэтому вот хотелось бы узнать более подробно, как оно. Спасибо вам за хороший действительно вопрос. Действительно применяется в народной медицине, и вообще овечья шерсть благотворно влияет на организм человека. Волокна волнистые, создается легкий электромагнитный эффект, который мы с вами не ощущаем, но ощущаем то, что на подушках расслабляется голова, нет бессонницы, нет головных болей. А что касается одеяла, оно не только согревает, но сухое тепло действительно благотворно влияет на организм человека, снимает напряжение с мышц, если суставчики больные, радикулиты, действительно снимает напряжение с организма.
У вас есть возможность приобрести не только одну подушку, не только одно одеяло с овечьей шерстью. Лечебный эффект, дорогие мои, а целый комплект.